Оперативниками собственной безопасности МВД по Республике Башкортостан совместно со Следственным комитетом Республики задержан бывший заместитель начальника отдела МРЭО ГИБДД Республики, находившийся в федеральном розыске по подозрению в создании преступного сообщества. Деятельность преступного сообщества была пресечена в марте 2021 года. Все фигуранты уволены со службы по отрицательным основаниям. В настоящее время с обвиняемым проводятся следственные действия, сотрудники полиции продолжают оперативное сопровождение уголовного дела.